Так, выходим из номера. Ну, тут, соответственно, вход в номер. Заборчик соседнего отеля. Бунгало напротив. За вот этим бунгалом. Ресепшн. И туда смотрим. В ту сторону у нас уже мой идет. Сорок два, 20 минут. Сегодня встреча с гидом с отелем. С оператора. Ну, сходим. Пообщаемся. Минут через 20. Дойдем до него. Вышли с отеля, вышли с номера. Вон моя. Кошмое. Метров 50-40. И вон там получается около забора ресепшн стоит. Это забор теннисного корта. Ну, из теннисного корта там рядышком высыпшим. Все практически в полушаговой доступности. Так, мы их там нет. Дорожку до бассейна. Может, в бассейне. Давай,
Подойдите маме ручкой и ножкой. Ножка помашите, все ножки помахали. Я схожу это до представителя. Что? К оператору схожу, представителю. Подойди-ка ближе. Я до представителя оператора схожу. Докуда? Ну, этот же должен приехать-то. Сандарова. Ну, так я же говорю, никто не помнит. Ты должен приехать? Я скажу, минут через 10 будет. Ходите. Пообщаюсь быстро. Кто должен приехать? Представитель туроператора. Конечно. Ну, вы хорошо сегодня, я чувствую, упаковались. Что хорошо? Ну, вы одеты хорошо. Да, я тоже думаю, что нам надо то, что приехать. Тебе? Ну. Подожди, а он что, в моей футболке? Мы же говорили, что это я буду в ней купаться. Я же собрался в море. А как я буду купаться в море? Я же специально для себя ее взял, а Илюшку уже ее одел. Конечно. Ты оденешь шорты, свои лосины компрессионные. А сверху что? Сверху. Подводник. Волосы убирай, волосы со лба убирай. Нормально. Пошел, я схожу до этого, до пляжа, посмотрю море и назад. Иди к нашему туроператору. Да нафиг надо еще 10 минут. Пап, ну как мне красиво. Ну 15 минут еще, время без 15. Через 15 минут я буду там. Не обижаюсь, папа, собирай круг. Вай, иди к нам. Минут... Через полчаса приду. Минут через 30 приду. Маришка, ты на море не ходила? Не сходили, не смотрели? В море не хотите сходить? Я ходила, и нет. А эти даже не хотят? Нет. Фиг, с бассейна не вытащишь, да? Наглотался? Наглотался. Нормально. Стол, это кафе. Где утром завтракают? С видом на море. На самом море. Море, пляж. Привет, Вик. Есть у вас на это на ваш? Есть, да? Есть уже. Да, да, Катя, я там. Это пораньше пришел, что день. Народу много. Сейчас просто все пропустили. Просыпайся пораньше. Ну, собственно, размер пляжа. Чистый до горизонта. Ни китайцев, ни немцев, ни русских, никого. Возле отеля 10 человек на квадратный километр. В аналогичную сторону то же самое.
две дорожки параллельно друг другу через весь отель. Вот эта дорожка идет до ресепшн и дорожка с той стороны. Домики стандартные, одинаковые. Раз, два, три, четыре, восемь, дверей. В каждом домике. Все в тени пальм. Очень хорошо. Вот даже кокос растут. Соответственно, выходим в ресепшн. Площадочка, парковочка. Запасные ворота. Парковка. А вон в тенике стоит наш байк, которым очень удобно передвигаться. Все семьей. Ну, это, собственно, ресепшн. Маленькое здание. Выезд на дорогу. Все, ждем, ты ждем. Гида. Самый сухой. Две минуты до столовой. Лучшем шаге. Приехали на выходные китайские туристы. Два автобуса завезли их. Сегодня у нас повеселее. Приезжают, я все понял, на субботу, воскресенье только. Давай. Тем, наверное, купила. Работа.
Доброе утро. Я ее отметил. Все, очень спасибо. Петенька. Я думаю, от кончика там что такое. Где мой жизнь? Спасибо. Думаю. Так, наше море. Это очень прикольно. Это мы не говорили. Наверное, Алина сейчас бы завидовала. Ну, наверное. А то у меня тут леопард. Опять морда. Морда. Покажи свой подарок. Это что, керамзит? Что? Ножик. Керамзит. Керамбит. Керамбит. Керамзит. Керамбит. Крутой ножик. Очень. Очень крутой. А чего покажи еще? Светится Пайку. В темноте. Прикольно. Ты сейчас телефон везде всегда найдешь свой, да? Даже в темноте его найдешь. Еще там слайм с огромным хитростепризом. О-о-о, понял, понял. Молодец. Молодец. Купаться пойдем?